Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Находимся мы на старом татарском кладбище в городе Казани. Это кладбище позиционируется как татарское, мусульманское, хотя здесь захоронены много и других людей. Вот перед нами могильная плита, аглы или аклы, гали или кали, Дербышевна, это цыганка. Крымская цыганка, или еще называют татарские цыгане, татарча, мать-героиня. Вот здесь на плите выбит орден «Золотая звезда матери-героини». Вот, единственный народ, который, цыганский народ, который был репрессирован Сталиным вместе с другими 14 национальностями. Вот, перед нами Аглы Дербыш Анатольевич, 1900 года рождения, почил в Бозе в 1987 году. А на этом кладбище очень много цыган захоронено. Есть, на память скажу, есть здесь памятник, могила Аглы Салавата. Вот, ну, очень много. И шикарные памятники стоят. Вот Аглы Салават, полный рост, сделан памятник. Друзья, напоминаю, что мы находимся на канале Каримов Равиль, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, будьте с нами. Сердечная благодарность людям, которые подписались на мой канал, которые поддерживают мой канал. Спасибо, друзья. До свидания. До новых встреч.